карантинных мер. Я не знаю, еще каких сертификатов? Ковидных. Ё-моё. Сертификатов каких-то. Так только начали делать на рынке прививки, девочки. Так как шо, это шо, обязательно, что ли? А вы что, первый раз слышите об этом? Не, я слышала об этом, но если на дне, у меня не проверили противопоказания, у меня есть или нет к этому. Так а вы сами обращались к семейному врачу? Не, ну пойду, ну надо же обследовать. Сказали нету. Это же должно быть полностью, да? Может быть такая болезнь, что я не знаю об этом. Девочки, а законы есть такой, чтобы поэтому вот это штрафовали? Боюсь. Закона нету, не я закон. Не, я боюсь. Еще закона прививку нету. Нет. Вот, допустим, меня гайморит. Закона нету. А вдруг нету. Это что-то провоцирует, нос не дышит. Нету закона. А меня берите, делайте всю прививку. Как я могу? Я жить хочу.